Я понимаю, что многие из нас смотрят на соседнюю Россию. В каких костюмах, с какими часами на руке чиновники там, самые маленькие. Советую вам туда не смотреть. Россия богатая. Непомерно богатая страна. Богатейшая страна в мире. Говорю вам откровенно, мы никогда не будем жить так, как живут в России. Так вот, я вам хочу сказать, дорогие мои подчиненные и чиновники, не будет здесь коррупции, пока я президент. Это на год. В Беларуси это на год, а потом от нас начнет народ вытирать ноги. И запомните, если мы сегодня с портфелями, сегодня вы великие, чванство, неуважение к старикам, пенсионерам, а завтра будете такими стариками. Вот Алексей Степанович сидит, дай Бог, чтобы он только жил здесь. Он занимал высочайшие посты. И я подумал, некогда могущественный человек. Он ко мне обращается с обычным житейским вопросом, которые у него возникли, о которых он тогда и не думал. А сегодня они перед ним встали. Так перед нами каждым встанет этот вопрос. И передо мной, и перед вами. Так вы же думаете о будущей жизни. Отношитесь к людям, как положено. Уважайте их.